Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас Hello Neighbor Living Hell. Короче говоря, фанатская игра, очередная, судя по всему, очередной ремейк Альфа 1.5. И музычка в главном меню из Hello Neighbor 2 у нас играет. Так, новая игра, загрузить сохранение и выйти. Давайте новую игру. Так, в общем, что мы тут видим? Во-первых, довольно низковатый FPS, что меня совершенно не радует. Так, F это взять предмет. Так, что дальше? Найти ключ надо. Такое чувство, что, кстати, игра на движке Hello Neighbor 2 сделана. Ой. А куда он улетел? А может и нет. Может это просто так. Курсорчик отображается не более. Где же ключик-то лежит? Пока мне не ясно. Коробках, может. Или... А, господи, я не ту кнопку нажимаю. Короче, надо понять, где ключ. Я не могу пока что-то найти его. В машине его нету. Ну, есть тогда... А, может здесь? А, вот он, отлично, вот он. Отлично, нашли все-таки. Что-то почтовый ящик слишком далеко находится, по-моему. Ну и, конечно же, спать. Или нет, еще подождите, может вещи занести надо? Наверное, надо вещи занести, но, впрочем, что-то нигде это не написано. Нет, телевизор надо куда-то сюда поставить. Некрасиво поставил, ну да ладно. Так, ну-ка вот так. И коробки тоже туда. Ну я же нажал, что оно не срабатывает-то? Ой, а какой свет-то яркий, господи. Ага, вот, все. Отлично, сейчас будем спать. Так, можно скипнуть, но мы делать этого не будем. Я это не проходил, если что, запускаю первый раз, чтобы вместе с вами посмотреть, как оно это тут будет. Есть ли тут подвал или... такую дверь в подвал мы видели уже с вами. Во всех этих, кстати, фанатских играх... Там, после того, как нас ловит сосед, приходится все начинать заново. Сохранение не предусмотрено, но надеюсь, что это будет исключением. Ой, а чё такой FPS-то низкий, господи. Короче, разные... Ну что-то FPS, ну вообще как-то не в кассу.
У меня обычные основные альфы и оригинальная Hello Neighbor работает стабильно. А тут что-то вообще FPS проседает дико. Блин, а тут можно тени как-то выключить? Ну, они вообще просто... Вот так получше. Тени вырубили. FPS поднялся. А, и дом тоже стало теперь видно. Там в окна вообще ничего не было видно. Фонарик-то нам нужен. Фонарик нам, очевидно, нужен. Блин, вот. Никам этот мешает. Случайно бы его только не задеть. Ой, господи, господи, аж красный какой-то, блин. Где же он был-то? А, да ладно, заново начинать надо все. Блин, ну вот это как-то меня не радует вообще. Чё это за музыка такая играет? Где он был-то, я не понимаю. И опять заново все. Да что ж ты будешь делать, а? Не, слушайте, наверное, тогда надо в гостиную, потому что там он появляется постоянно там. Какие-то шумы вот эти здесь появляются. Почему кровать так стоит? По-моему, вот здесь ключ должен быть. А, нет, нет, его здесь. Я видел просто на какой-то стенке был ключ. Ага. А, нет, но все-таки закрыто. Да блин, опять этот бандикам торчит. Под кроватью явно ничего нет. Так, почему я не могу взять ничего? Манекены стоят вот перед свечой, но это как-то необычно так. Как у нас тут кидать нужно? А, это тень моя, это тень от стула, господи. Так, вышел. Так, я надеюсь, сосед сюда не сможет попасть. А, вот на чем она была закрыта, в смысле? Да... Он даже так умеет делать, серьезно? И по крышам он меня может достать. Блин, ну то, что нельзя здесь сохраняться, это очень все усложняет. Вот вообще. Давайте еще раз попробуем это сделать. Есть только один способ туда попасть. Это выбить стекло. Давайте сюда. Вот так. Пошли. Ага. Отлично, мы нашли ключик от той дверцы. Блин, сосед, похоже, в той комнате. Кстати, радио, мне кажется, играет немного. Там звук немного с добавлением эффекта, он немного быстрее играет. И тональность стала выше. Давайте аккуратно спустимся вниз. Надеюсь, что нас там не поймают. Блин.
Так, короче, я случайно нажал выключить запись. Этот дурацкий бандикам справа просто мешает. Вот прям неимоверно он мешает. Но никуда его деть я не могу. Прям вот неимоверно он мешает. Вторая. Отлично, теперь надо найти этот ключик. Ключик надо нам найти. И тогда вот опять курсор в бандикам этот идет. Это так унизительно, так мешает это. Я бы предложил снова на второй этаж туда пойти. И попробовать там. Там что-то есть, но не видно ни хрена. А, вот же. А, вот он, ключ, отлично. Теперь бежим, и чтобы нам сосед не попался. Чтобы мы ему не попались, вернее. Но что-то как-то это было довольно-таки несложно. Ой, только бы он сюда не пошел. Пусть идет подальше, пожалуйста. И я хочу побыстрее открыть подвал и зайти в него. Ладно, давайте подальше отойдем тогда. Это достало уже, вот серьезно. Блин, подождите, а он так и будет там стоять, что ли? Может ему в дом зайти уже, что ли? Ой, блин, мы будем торчать тут весь день, пока он не уйдет оттуда. Если вообще уйдет, блин. Мы не сможем войти в подвал, пока он там стоит. Как не вовремя он там встал, а? Да он издевается. Он до бесконечности так стоять будет. Если я туда подойду, он меня поймает, мне опять придется все начинать заново. Я на такое не готов пойти. Нет, он в баге застревает, еще такое чувство. Фу, господи, я напугал. Я уж думал, он сейчас и до конца пути за мной будет бегать будет. Так, надеюсь, он сейчас зайдет домой к себе и даст мне войти в подвал. Он тут быстрый какой-то, да. Фух, отлично. Да, в смысле? Я всего шаг сделал, какого фига? Не, я на такое не подписывался, блин. Поставил, скотина. Отлично. Надеюсь, если я тут проиграю, мне не придется опять заново этот дом проходить. Кстати, а если... А, нет, тут сохранение нельзя поставить. Зачем мне скипать, если я это играю в данный момент? Не знаю, это вообще работает или нет.
Но вот я точно догадываюсь, что я сейчас сюда пойду, и за мной будет погоня. Ну-ка, давайте вот так сделаем. Да-да-да, погоня сейчас будет. И я боюсь сейчас проиграть. Ой, в смысле, а как? А как я должен был через шкаф пройти? А, так все-таки это реально не... Я думал, это конец, туда пройти невозможно. Только может все-таки надо было нажать эту фигню. Давайте попробуем. Может, туда надо пойти? Да в смысле? Да куда быстро сильно? Да блин, мне опять наблюдать эту сцену, где он меня закапывает, что ли? Да блин. Не так давно мы, кстати, играли в мод на Hello Neighbor, в мод Kitty, где был дом с реалистичным стилем рисовки. И там, если мы попадемся в следу 3 раза, он нас закопает, и, собственно, игра будет проиграна, придется начинать все заново. Камп сратый. Я не вижу ничего. Да блин, ну вот это, ну это бесит, это реально. Вот смотреть каждый раз вот эту сцену закапывания, ну это неинтересно. И пропустить ее нельзя, это просто, ну бесит. Так, ну я понял, что нам надо идти налево. Потому что направо там везде все закрыто, там стоят шкафы и так далее. Да, в смысле? Я подобрать даже не успеваю. Не, а как я это должен был... А как я это пройти-то должен? Не понимаю, серьезно. Я никакого шанса нету это сделать. Ладно, давайте направо все-таки попробуем тогда пойти, мне кажется. Что-то я там за текстурой видел. Так, давайте направо тогда пойдем. Мне кажется, налево мы не см... Налево он нас поймает в любом случае, походу. Там, да туда не пролезть. Из-за шкафа туда не пролезть. Никак, абсолютно. А без фонаря тоже не получится, не видно ничего. Ладно, давайте... Ладно, последняя попытка, короче, налево пойти. Если он нас опять поймает, то закончим на этом серию, потому что непонятно, как это проходить. Он в любом случае нас ловит. Я должен взять этот ключ, открыть дверь. Я только подбираю ключ, он меня сразу ловит. Я не успеваю это сделать. Да, короче, хватит. Давайте закончим на этом. Я не понимаю, как это пройти. Ладно, вот что, давайте в последний раз
Там, где шкаф стоял, я там все время слева обходил. Может, справа все-таки пролезу. Ну, хотя вряд ли. Или, может, спрятаться в шкаф надо, я не знаю. Блин, опять этот всратый бандитал. С колледжа пишут, блин. О, справа можно пролезть. О-о-о. Да в смысле? Не-не-не, давайте еще. Давайте попробуем. Все-таки так можно, но надо просто попасть в этот замочек. В этот замочек надо попасть. Ну, блин, тоже очень сложно успеть. Он очень быстрый. Надо попробовать, надо попробовать так пройти. Подтекам этот всрат вообще мешает просто. Я, давайте попробуем по той дороге пойти. И открыть дверь нажатием на этот замочек всратый. Да-да-да, самое время застревать в данный момент. Да в смысле, ну как? Я не понимаю, ну как это можно пройти? Я пока нажму, открою дверь, он меня догоняет. Ну это невозможно, блин, слушайте. Слушайте, это невозможно, это просто какой-то... Не, давайте попробуем. Все-таки надо попробовать. Все, хватит, короче, я не могу. Это невозможно вообще. Это невозможно пройти. Я не понимаю, как. Давайте на этом закончим, короче, ребята. Я не знаю, как пройти этот подвал. В любом случае он нас догоняет. Вот в любом абсолютно случае он нас догоняет. Я не успеваю никакую дверь открыть. Так что, все на этом. С вас лайкос, подписос и с вас меня эпичный видос. Если вы знаете, если это вообще возможно как-то пройти, то пишите в комментах. Подписывайтесь на стрим с Хиносом, вводите в ВКонтакте и всем пока.